хороший человек. Он не виноват, его не знает. Он работает сам. Его не знает через Авито нажды. Так мой сын не террорист, их не знает. Никакой с ними связи нету, честно говоря. Вот. Через Авито нашел человека. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Нет, нет, он вот один был. Он. А вы дядя, да? Да, я дядя. А вас как зовут? Я, да, это мой бег. Это мы с вдвоем прилетели. А откуда прилетели? С Киргизии. Добрый день, а пару слов можно, пожалуйста? Я одна воспитала, без отца. Мой сын хороший человек. Он не виноват, его не знает. Он работает сам. Его не знает через Авито нажды. Я приехала, как узнала. У людей узнала, приехала. Я одна одинокая женщина. У нее трое детей. 3 года, 2 года и 1 годик. Он простой человек, верующий, всем верит. Всегда он хочет помогать людям, а он через Авито их вот нашел. А вы знали про квартиру? А? Про квартиру знали? Какую квартиру? Ну, которую он сдавал. Он сдавал, я знал. Ну, вот этот парень, он не знал, который у нее был. Вот. Так у него же написано, что он только русским сдает. Почему же тогда он русским сдает. Вот хотел, я всегда сказала, русским давай. Он не знал, он не по деньгам взял эту квартиру. Вот, говорят, что не раз видели террористов в его заведении, как они там обедали. Правда ли это? Что? Видели не раз. Те, кто устроил вот этот теракт, говорят, что якобы видели, как они приходили к нему в кафе кушать. Нет, это неправда. А что у него за кафе? А у него он арендует. Маленький кафе. Что там? Ну, еда, национальная еда и все. Он ребятяший, простой человек. Я одинокая женщина воспитала. У нее 3 детей. Он хороший человек был. Где его сейчас вот? Ну, не знаю, жена или мать. Жена здесь, мать, я мама. Жена здесь, 3 детей. Как вас зовут, скажите? Мы в шок попали. Как вас зовут? Меня зовут Рано. Мама, я медсестрой работала 27 лет. Одна его воспитала? Одна воспитала. Мы ее разведем, папа отдельно живет, своя семья. Он вот чужих даже хлеб не рот в рот. Он простой человек. Очень простой. Он меня сказал двое. Они сказали, я сказала, сын. Они откуда? Они Таджикистана, ну, приехали зарабатывать это, стройки деньги. А я сказала, они работу устроили, пошли работать, искать. Вот так, когда он сдавал, так сказал. Вот. А так мой сын не террорист, их не знает, никакой с ними связи нету, честно говоря. Вот. Через Авито нашел человека, как раз эти две, по-моему, дождь была, что ли, я не знаю, вот-вот, сдал через Авито. Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.